Футбольный манеж находится в районе улицы Луцкая за гипермаркетом «Материк». В административном здании пока еще ведутся работы, но уже в скором времени, предположительно 15 декабря, здесь начнут работать тренажерный зал, тренерские инвентарные комнаты, раздевалки и душевые, сауны, зона ожидания. Комфорт спортсменам гарантирован. Наш объект построен с учетом тех замечаний, предложений, которые были учтены проектировщиками и заказчиком на предыдущих объектах. То есть у нас, наверное, будет один из самых лучших таких объектов в республике. В Продоме есть своя футбольная команда. Два раза в неделю обязательно у нас проходят какие-то соревнования внутри нашего коллектива. Поэтому футбол нам близок. А вот работы в самом сердце манежа почти завершены. Словно восьмиэтажный дом, его высота впечатляет — 22 метра. Длина поля стандартная, покрытие искусственное. Обслуживание газона будет осуществляться в соответствии со всеми нормами. Расческа травы спецтехникой, подсыпка специальной смеси. Уникальность комплекса – воздухоопорная конструкция. Круглые сутки сюда поступает воздух при помощи специальных вентиляционных отопительных установок. Это сооружение выросло буквально на глазах. Строительство объекта велось чуть меньше одного года. Вместо стен и крыши купол. Именно он позволит тренироваться спортсменам круглогодично, вне зависимости от погодных условий. Манеж находится на балансе областного центра Олимпийского резерва по футболу, в котором сегодня занимаются 56 групп спортсменов. Желающих отточить футбольное мастерство с каждым годом прибавляется, потому о необходимости манежа и говорить не стоит. 56 бюджетных групп. Сейчас мы начинаем создавать еще платные группы, потому что желающих, я не знаю, может, еще после чемпионата мира толчок какой-то. Я думаю, что с введением этого объекта замечательного интерес еще более возрастет. Одновременно здесь смогут тренироваться сразу 4 группы детей, совершенно не мешая друг другу поле. Смогут арендовать разные команды. Здесь планируют проводить товарищеские игры, учебно-тренировочные сборы. Рассматривается идея установки трибун.